Самому известному в Караганде рекламно-развлекательному журналу «Выбирай» исполнилось 7 лет. На празднование дня рождения накануне побывала наша съемочная группа. Карагандинскому журналу «Выбирай» исполнилось 7 лет. Поздравить редакцию собрались самые лучшие друзья, партнеры и клиенты издания. 7 лет – довольно внушительный срок для журнала. Я думаю, что это достаточное время для того, чтобы карагандинцы полюбили журнал, приняли его, ну и для того, чтобы жить и развиваться дальше. Через месяц 2 года исполнится журналу «Выбирай» в Астане. Редакция планирует организовать выпуск издания и в Алматы. Со временем в Казахстане будет целая сеть «Выбирай». У нас же пока всего 2 журнала, но у них уже очень много постоянных читателей, один из которых – музыкант Алибек Саликов. Я очень рад тому, что есть журнал «Выбирай». Есть такой замечательный журнал, в котором можно сделать так, чтобы тебя печатали, узнавали. А самое главное, даже не это, главное, что там работают замечательные люди. Журнал с каждым годом растет и меняется. Скоро «Выбирай» перейдет на новый формат, как печатный, так и электронный. Казахстанцы смогут стать участниками всей сети журналов «Выбирай», которая, к слову, в России объединяет уже 26 городов. Виктория Мурзинцева, Арген Омар, Артем Ковалев, 5 канал.